Добрый вечер, жители славного города Клайпеды, гости вашего города, гости вашей страны. Добрый вечер, Лабас Вакарас. Кажется, только вчера это было. На сцене музыкального театра расположился ведущий творческий коллектив Калининградской филармонии имени Светланова, концертный духовой оркестр. А пролетело, оказывается, 12 месяцев, день в день. Как быстро летит время. Я говорю абсолютно точно, факт проверенный. И вот снова мы с вами. И мне хочется начать с самого начала. От сотворения мира. Сначала Бог создал тишину, но в ней было пусто. И Дух Божий томился в этой тишине. И тогда Бог решил, пусть будет звук. Звук был прекрасен и чист, но некому было оценить его. И тогда Бог решил создать человека по образу своему. Пусть наслаждается и пусть складывает звуки в мелодию. И Бог создал мужчину и женщину. И тогда появилась любовь. И благословил их Бог. Слушайте и будьте услышаны. Творите мелодию и воспевайте в ней любовь. Несите ее в мир. Так